Владыка мира, мы расслышали Твой голос идти по всему миру и благовествовать Святое Евангелие, ибо время Твое пришествие приближается. Приготовь сердца людей, куда отправляются братья и сестры. И нас помилуй, милости Твоей ради, от пожара, от воров, от нечистой силы. Дай нам силу Духа Твоего Святого, чтобы возвестить о Твоей Голгофской святыне, о чудном воскресении из мертвых, о победе над дьяволом, о Твоем вознесении на небо. Хвала Тебе, слава Тебе, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, поконим. Игнат Тихонович, может просто аккумулятор взять отсюда? Ладно, давай. Какой, куда аккумулятор взять? Запасной, отсюда? В руках, не заряженный. Не надо, там другое, не что-то дай. Не то подойдет. Что, ну, тянет или что? Нет, я возьму ее просто. Давайте, я возьму. Спаси Христос. Будем... А там не подошло, чуть-чуть не подошло и руки развел. А почему не взял? Да ты сколько посохов взял? Ну все, это лишнее, Сергей, лишнее. Открывается это что? Да. Куда положить? Может, это что, камера? Да, ты куда? Ее можно, Игорь, вешать. Мы вешали вот так. Ну-ка сюда? Вот сюда, вот, ага. Так, все. Все? Ничего не забыли? Посмотрите, что еще. Фотоаппарат дал, снимайте. Там все. И здесь. Есть. Так, трогайтесь. Во славу Божию. О, кот пошел, как в пыли вывозился-то. Вот. Он изгоняет мошек этим, а не то, что он грязнули. В пыльную дорогу лег. Воробьи купаются, голуби купаются в пыли. Курицы. Так, тронь с места, отъезжай. Вот сидят, не могу понять. Пошли. Что, я сажусь? А? Сажусь. Садись. По славу Божию. Сегодня у нас 6 сентября 2015 года. Мы заехали в село Шарчино. Вот. Там с той стороны, где машина едет. Вон Шарчино, приближу сейчас. Шарчино. Вот сейчас братья пойдут по улице, а мы дальше поедем. Игорь нас повезет, вот и Яна. Сейчас еще подзаправимся сразу, братья подзаправляются. Я беру сейчас их Евангелие. Покажи, брат, Евангелие. Обложку покажи, Евангелие. 15. Сибирская благотворница, Москва, 15. По благословению святейшего патриарха Московского Сея Руси Кирилла. Угу. Четвертое Евангелие. Давайте еще здесь. Посохи от собак. Готов. Вот, слава Богу за все. Вот мы проехали Шарчино, дальше после заправки вот Дому культуры подъехали. Вот она. Российская Федерация, Алтайский край, Тюменский район, Шарчинский центральный сельский дом культуры. Здание как выглядит. Горка вот у них тут сделана. Тут у них... Володя! А? Наша небрежность сними. Что небрежность? Что небрежность? Открыли, все посыпалось, уже положили небрежно. Угу. Все же так. Тут небольшие озерки. Евангелие возьми вместе. Сейчас я еще открою. Тут у них, видимо, еще и детский садик, вон видно, что для детей площадка сделана.
Я думаю, брошюрки потом уже, когда, если придут. Как положили, а как положили, как попало? Да, я тоже думаю, брошюрки потом. Позвоним. Все закрыто на замках. Может, в окно постучаться? Она там, в том же здании. Фото, мы там посмотрели. Клуб или библиотека? В библиотеке там с другой стороны. А в воскресенье, конечно. Тут бывало так, что мы ездили, в воскресенье некоторые открыты, а некоторые закрыты. У нас в воскресенье, а там же администрация, они открывают, что они все это воскресенье выходят. Как там наши книги, не знаю? Я не знаю, они часто... Раздают их, раздают, берут покупателей. Вот это не знаю, потому что у них сейчас их, такие условия, там у них такая теснота. Садик все забрал, и они в комнатушку. Если раньше видели, где... У главы был кабинет, а там теперь библиотека. Так, это, наверное, библиотекарь только раз в доме. Нет. Так, 3 часа. Да? Добрый день. Это вы Татьяна? Ну. Вот, вы библиотекарь Селешачина, да? Мы как раз здесь разговариваем с директором клуба. Мы их потеряли все. Мы вам дарили несколько лет назад книги. И вот... Да. А, вы в детской. Да, понятно. Но она, наверное, сегодня выходной, да? Да просто узнать про книги наши, как читают или не читают. Книги подали. Берут, да? Они все сохранились с помощью Божьей. Ну, слава Богу. Ага. Ну, раз выходной, то ладно, мы ее не будем, кажется, беспокоить. Вот. Мы на 3 часа собираемся беседу провести, если будет у вас возможность. Ну, около клуба собираться будем, а там как Бог даст. Если Господь расположит сердце директора, да я неужели, да, сразу, то в 3 часа можно в клубе копать. Сейчас вот. Мы сейчас с ней как раз вот беседуем. Ну, храни вас Господь. Всего доброго. Спаси Христос, что позвонили. Вы как расположены, расположены? На 3 часа беседы. Открою я за это. У нас несколько пар, мы обходим деревню и приглашаем. Конечно, все, может быть, мы не обойдем, но как Господь настолько позволит. Вообще-то позволит. Картошку еще не все копают. Мы видим, что да, мы заезжали, что копают картошку. Ну, у людей другой распорядок, другая жизнь, так понятно. Вот. Что не все приходят. Мы были в Паново неделю назад. Ага. 3 ребенка пришло на беседу. 3 ребенка. То есть, обещали многие.
Много званых, мало избранных. Господь говорит. Но это же не от нас зависит. Мы зовем, а кто придет, кто нет, у кого сердце расположено. Вот, ну если можете, откройте. Открою даже и без разговора. Потому что может сейчас быть и дождь, если неудобно. Скажу Лев Михайловна Калужина, ее приглашу тоже, застраховать надо. Вот Святое Евангелие, это по благословению патриарха Кирилла, мы распространяем бесплатно. Крупным шрифтом. Это очень полезно для тех людей, которые плохо видят, для особенно для пожилых. Вот вам, Дарья. Спасибо большое. Ну, а наши сайты мы вам давали, наверное. Но здесь уже сайт обновленный, канал YouTube. Конечно. И мир вот, тоже возьмите. У вас интернет же есть выход? Я уже вспоминала, думаю, что вы есть там, что вы живете в Разносенке. Чего прям на это? Что нас долго нету, да? Да, не у нас были поездки международные. Ой, говорит, Разнесенка, что попало. Да, потеряли. У нас были поездки в Западную Европу, в Восточную Европу, до Лиссабона доехали. Вот человек, моя супруга из Франции. Там мы сеть забросили евангельскую и поймали ее там. И притянули эту сеть, и вот она здесь теперь. Понятно. Вот эта рыба. Хорошая. Так что, да, тоже православный, у них там приход православный, и там познакомились, и вот нынче она приехала, крещение, 12 человек приняла, с Москвы, с Томска, Краснодарского края, то есть с разных концов страны крещение. У нас крещение, погружение, я знаю. Они просто лоб помочить, и обманутый человек, нет, она тоже была обманута, тоже лоб был помоченный, как у меня раньше. А потом мы узнали, что истинное крещение погружением. Так бесплатно все это делается. И люди видят эту правдивость, открытость и приезжают к нам. 12 человек по числу апостолов. Меня тоже мочили. Я говорю, мочить-то хорошо. Прям полностью голову хотя бы. Да. Посмотрела так на место. Ну мы приглашаем клубы. Хорошо, а вы да. Там по возможности открываете. Да, 12. Даже если вы не откроете, мы все равно обходим. Мало ли чего-то, как будет обстоятельства. Вот. Ну пошли мы, будем сейчас обходить. И я сейчас в тот край побегу и тоже там женщине расскажу. Хорошо. И если бы кто мог, мы могли бы даже передать библиотекарю Святой Евангелие. Это все по благословению Кирилла. Я думаю, библиотекарь не насторожится, что мы не сектанты никакие. Да нет, она знает. И могли бы пачку передать, она могла бы там раздавать Евангелие. Особенно кто пожилые, плохо видящие. Видите, это настолько ценно. Это сибирская благозвонница издает. То есть это все даром Святой Евангелие, благозвонница. Это все православное издание, тут даже никаких сомнений не должно быть. Ну вот будет у нас что праздник села, оставите. Пачку мы вам тогда там оставим. А может быть даже и больше. Посмотрим. Сколько у нас останется еще. Вот. Ну все, мы пошли тогда. Ну хорошо, 15-3. Встречаемся там. Хорошо. Храни Господь. А, давайте мы женщине это отдадим. Приглашение вашу библиотеку. Вот, возьмите, пожалуйста. Это все бесплатно мы дарим. Мы православные христиане. И есть у вас выход в интернет? Нет. Нет. Ну, извините. Видно, с внучком, с грудничком, как вы знали, маленький. Рука неудобно. Она меня это, хорошо мне приняла. Живыми помидорами не закидала. Ну все, тогда мы заходим. Осторожно. Здесь большая-большая собака. Да. Страшно. Приходите на беседу на 3 часа. Мы сегодня людей собираем. Ага. Галина нам откроет там вход в клуб. Вот. Да, это супруга моя. А, как раз, да, да. Ну вот, мы подарили Евангелие, ознакомитесь. Наверное, в обратную сторону. Нет? Я вам говорил, как это было. Вроде туда и сюда тянет. Православные христиане, соседи ваши потеряют.
Три часа беседа в клубе. Мы сейчас были у директора. Состоится о Боге, о Библии, о Христе. И дарим вам Святой Евангелие. Если есть возможность, три часа приходите. Родных и близких приглашайте. Детей можно. Вход свободный. Время выберем. Да, и приглашение ваше в библиотеку. Мы несколько лет назад у вас были. Были у нас. Были. Да, помните нас. Mm-hmm. Нас легко запомнили. Mm-hmm. Выход в интернет есть? Да есть, дочка, я не выхожу. Дочка с вами живет? Да. У нас свой сайт, православный библейский канал, YouTube и форум. Mm-hmm. Вот, очень ценная здесь, богатая информация духовная. Mm-hmm. Ну, во славу Божию, приходите в 3 часа, mm-hmm. вопросы можно задавать. Храни Господь. Спасибо. Вон мужчина идет. Витя, вон мужчина. Я нас с посохами. Будешь защищать мужа своего. Барнаула. Мы, говорит, когда в прорубь ныряли, уже нам давали такие. Че? Ну, главное, чтобы, конечно, они в духовную прорубь ныряли. Да, слава Боже. Да. Ну что? Вы нами работаете. Пошли. Повторять вселенную. Слава Боже. На, возьми. Мира неси духовное, слово Божие. Да, машина. Хозяин или хозяйка дома? А здесь замок. Замок. Ну, в таких случаях просто приглашение оставляем. А вон почтовый ящик. Или в почтовый можно, или здесь. Вот. Ну, здесь плохо вообще-то. Давай в почтовый закрытый. Там лучше. И опасайся, что собака может сзади уйти. Поэтому аккуратно. И ходишь вот. Тут у меня посох, Господи благослови, как меч Голиафа. Все, вперед. Маша. А вот же дальше. Пойдем, пойдем. Мы ногами будем ходить. Вот это псина. Не детская. Серьезный. Противник. Хороший пёс, хороший. Настоящий охранник. Хозяин или хозяйка дома? Бывает, на огороде копается. Всегда вот этот возглас можно делать, чтобы сразу собака услышит, и ты уже знаешь, где собака. Она бывает за углом, в конуре или еще. Не просто так кричу, что напрасно надо узнать, как жить, как живете. Ну, наверное, их нету никого. Стойте тут. Конечно. Сам замок, все пошли. А мы стоим, идем. Ящика нигде нет. А вон он. Хотел каждые 5 метров проводить. Вон идут. А вон они там, мужчины эти. А здесь хозяев нету? Нету.
Смотри, какой забор интересный. Как плетеный сделанный. Красота какая. Добрый день. Мы православные христиане, ваши соседи, с посылки потеряете. Приглашаю вас на беседу в 3 часа. Ну, да. Мы с директором Ольги Галины, что не помню. В 3 часа. И дарим Святой Евангелие приглашение ваше для тети. Выхода в интернета нет у вас? И Господь, читайте Слово Божие вам и детям. Вы снимаете? Да. Это для истории. За нами пастор побежал, он снимает. А мы в подстёбном жили. А, подстёбном вы были? Мы в подстёбном жили. А, и мы там приходили, да? Нет, мы раньше там не было такого. Это маленькая шавка, а за ней может и большая. Ты идешь, тебя у нас хватит только так. Славный христианин из поселка Потеряевка. Приглашаем на беседу. Взрослые есть или нет? Нет никого. Ну, мы и детей, и взрослых всех приглашаем. Мы 3 часа для клуба вашего. Беседа о Боге, о спасении души и вечности. И дарим Святой Евангелие с приглашением детей. Выход в интернет имеется? Хороший выход. Ролик заказывает. У нас свой сайт православный английский, с этой стороны. Канал YouTube, форум. Вот, Малый Дух. Здесь очень много духовной информации. Можно найти путь ко Христу. Как найти путь ко Христу? Здесь все есть. Приходите по возможности. И еще там кого-нибудь приглашаю, подруг своих. Храни Господь и Матерь Божия. Доброго. 3 часа. Отряхнем прах. Хоть мы, может быть, и не выпадем в глаза, как еще выглядеть? А если бы, говорит, какой ветер проповедовал о секере, там, о вине, о водке, он был бы очень популярным в народе. Тогда было бы есть когда, а тут некогда. Много людей нету, или кто-то на огороде даже копает картошку. И послал, говорит, слуг. А те люди сказали, что мы женились, не можем прийти. Ну, волох надо испытать, картошку копать. Ну ладно, с Богом, брат.